В городском округе продолжается социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». Мероприятие разноплановое. К примеру, автоинспекторы проверяют водителей на предмет использования ремней безопасности и удерживающих устройств, если в салоне есть дети. А недавно на одной из площадок для обучения вождению сотрудники ГИБДД пообщались с курсантами автошколы, напомнили им о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и показали, как нужно пользоваться ремнями безопасности, после чего протестировали их знания на этот счет. Всем курсантам вручили информационные брошюры. Главной целью социального раунда является скоординированное и целенаправленное доведение до населения информации по профилактике и безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий от совершения дорожно-транспортных происшествий.